Вот так мы кушаем, головка на бок. А по прямой она не может. Но, по крайней мере, она пытается кушать, и кушать неплохо. Головка на бок только из-за того, что рана на боку. Завтра нам прием к врачу. Завтра у нас самый-самый страшный день. И, может быть, дай бог, самый счастливый. Завтра будем решать, что завтра обязательно надо постараться поставить ей дренаж. Малышка пытается кушать. Уже вчера начала, и вот сегодня. С врачом созвонились, и он сказал, что можно попытаться. Капельница нам не мешает, мы тихонечко капаемся. И в то же время пытаемся покушать. Только головка у нас не разгинается. Не разгинается у нас головка. Вот никак. Вот если даже так поставлю чашку. Деточка, вот сюда. Нет. Котичка, давай еще попробуем. Ну, нет, у нас головка только на бок. Только на бок. Вот так, только на бок. Сейчас, малыш, сейчас. Надо подставить под мордочку. И тогда мы кушаем. Вот, тогда мы кушаем. Тогда мы с удовольствием кушаем. Если нам под бочок поставить. Да, мое солнышко, вот так мы кушаем. Просто головка сильно свернута на бок. Помоги нам, Бог.